Всем привет! Сегодня мы будем получать скин уже третий. Первый мы получили Купидончика, получили Гаргула, и теперь у нас остался скин Дракона. Мы его получили с донатной акции, июльские подарки. Тут также были осколки и сам скин. Давайте посмотрим. Вот так вот дракончик у нас выглядел до обновы. Теперь посмотрим, какой он будет после. Жизнь тоже плюс 10 тысяч, как и у всех. Я так понял, облики будут давать по 10 тысяч. Возможно, в дальнейшем у нас будет еще что-то, какие-то изменения. Видите, то есть, ну, посмотрим. Так, обменять. Обменяли. Вот так вот он выглядит. Смотрим. Ну, смотрите. Ну, красиво. Реально красиво смотрится. По сравнению с тем, что было раньше. Ну, реально разработчики молодцы. Постарались. Да, неплохо, неплохо. Огненные крылья. Давайте где-то посмотрим в бою. Вот пламя дышит так. Ну как-то, как мне кажется, он меньше Купидона стал. Ну, Купидон отжигается, третий как. Так, давайте посмотрим на Гаргула. Ну, прикольно, мне, честно говоря, понравилось. Изменения такие радуют. Смотрите, смотрите, как, какая прорисовка стала у Гаргула. Круто. Реально круто. Давайте еще раз посмотрим на срабатывание скиллов. Так, смотрим дракончика. Вот такой вот огненный у него шар. Ну, красиво. Смотрится неплохо. Смотрим Гаргула. Ну, реально похож на какую-то летучую мышу. Ну, смотрите как. Видите, какая прорисовка началась? Совсем по-другому. А он рядом обычный Гаргул. Смотрите, как разница какая сразу видно. Ну, неплохо, неплохо. Ну, Купидончик. Купидончик вот так вот. Яркий засвет такой. Ну, смотрите, как разносит заборчик. Вот так вот. Вот такие вот изменения.